Маркел Джонсон с мячом. Не решается сам на бросок. Подкарауливал там Ройс Хэм, но скидка пошла на Дэвиса. И Дэвин Дэвис первые. И несмотря на статус гостей баскетбольного клуба «Уникс», у Астаны тоже хватает классных исполнителей. Маркус Найт забивает сейчас трешечку. Пока процент попаданий очень и очень страдает. У Астаны с игры клуба из Казахстана. Дмитриевич. Читаемая скидочка. Карвел Андерсон бежит в отрыв. И легким лейапчиком 2 очка набирает. При этом старался Александр Стуленков. Карвел Андерсон ехал на третьей скорости. Стуленков был на второй, судя по всему. А Нена Дмитриевич в своем излюбленном стиле. И жестко его здесь встречают. Стуленков отыгрывает чистенько. Тут же быстрые переходы. Бако разогревается. Спустя Уникса в этом матче. Результативность пока снова не самая сильная. Ройс Хэм эту ситуацию исправляет. 2+1 забивает сейчас центровой. Маркус Найт в защите. Против него Карвел Андерсон. И забивает Маркус Найт с разворота. Уникс по-прежнему впереди. Карвел Андерсон. 2. Заслона получает. Проходит под кольцо и левой рукой реализует. Что же здесь произошло в центре площадки? Уникс играет на грани. Ну или, может быть, защита Астаны настолько агрессивная. Хотя ее очень уверенно обходит. Попытку не реализует. Эрик Грин с мячом. Сам со средней бросает. Точно. При этом не было понятно в начале. Очень грозной единицей становится. А Рейнольдс очень грозная единица в защите. Чехлит он сейчас Андерсона. А Эрик Грин тут же в транзишене быстро реализует. Рейнольдс, конечно, может мяч водить, но с сопротивлением. Рейнольдс и сопротивлением забивает. При этом с разворота, который, кстати, уже представлял баскетбольный клуб Астана. Можно сказать, это его возвращение. И Карвел Андерсон отправляет 2 очка как раз под выход. Марк Тихоненко выступал за Астану в сезоне 2021-2022. И помог тогда забрать чемпионство в национальном чемпионате. Маркел Джонсон с мячом. Да, у Грина 100% с игры, 3 из 3. Маркел Джонсон в ответ получает мяч от Филиппа Хассе. И левой ручкой очень плавненько. Хотя Маркел Джонсон, он не только уверенно и хорошо набирает очки, а пока это делает лучше Эрик Грин. Карвел Андерсон сам идет до конца, но что же в конце подводит? Немножечко бросок, может быть, мягкости не хватило, а вот Вячеславу Зайцеву всего хватает. В отрыв 32-17, уже плюс 15, и если все пойдет в таком же темпе, то скоро отрыв будет составлять больше, чем набрал клуб Астана. Вячеслав Зайцев перекрыл кислород Маркелу Джонсону. И мяч забирает Тихоненко из угла. Точно! Но уже отмечается трехочковым попаданием. Тихоненко 3 минуты сыграл. И в ответ сейчас Щербак по высоченной траектории отправляет мяч. И сейчас будет ли Щербак пробовать из-за дуги? Нет. Скидка на Дэвиса от Маркела Джонсона. И плюс 2. Ну да ладно. Что происходит в Астане, то остается в Астане. Эрик Грин со средней дистанции. И вот что он делает в Астане. Еще плюс 2. Адам против Джалина Рейнольдса. Не решается ничего делать. Прекрасно понимаю. Щербак еще одну трешку отправляет. Уже с другой стороны. В спокойной манере. 3 минуты остается во второй четверти. Грин на Баку. Вот сейчас не понял, что это был, пас или бросок, но попытался тяжелый бросочек отправить. И какой блокшот! Ройс Хэм сейчас выписывает. Успел центровой вернуться в защиту и прямо в щит воткнул. Эрик Грин еще один бросочек. И в этот раз точный. Не удается в быстром отрыве, так просто с игры. Грин, к слову, провел 52 матча в NBA.
И также с Европой хорошо знаком. 102 матча в играх Евролиги он провел. Единой лиги ВТБ по подборам. Почти 9 подборов за игру он собирает. А Дэвин Дэвис в тройке. Бако! Путбэк сейчас снова всаживает. Но вот пока с большими Уникса возникают проблемы. И тем более, какие проблемы доставляет Эрик Грин. И вот сейчас 10 секунд есть у Астаны на то, чтобы мяч в кольцо отправить. Маркел Джонсон на Хэма сверху. Красивое завершение второй четверти от игроков Астаны. На площадке у Астаны Маркел Джонсон, Ройс Хэм, Дэвин Дэвис сейчас мяч получает. И нет, в два считать. И это end one. Вадим Чербак против Камолова. Дмитриевич по традиции с мячом. Сам же будет бросать. Искал он контакт. Контакта не нашел, но два очка забивает. Здесь преимущество огромное. Маркус Найт реализует свой бросочек из-за дуги. Это 54-35. Замечание, но много времени проводит на площадке сегодня Вадим Чербак. Скидка на Дэвиса. Красивая от Маркела Джонсона. Вернуться на позицию, но уже не стал рисковать. Не, ну, Дмитриевич. Тут же все позитивные настроения. Карвелл Андерсон. Сам пойдет обыгрывать под левую руку и забивает со средней. Это матч за сыгранное время. 46% бросков отправили точно в цель. Ну и вот, конечно, тяжело играть, когда у Дмитриевича такие броски. Дисбаланс в прыжке возникает, а мяч проваливается. И вот это приводит еще и к потерям. Найт как сейчас убрал Андерсона буквально взглядом, и флоутер отправляет точно в цель. Маркус Найт. Остана в нападении. Канкел на Хэма. И Ройс Хэм не стал толкаться дальше под кольцо. В составе Уникса на площадке Джалин Рейнольдс и Эрик Грин появляются. И вот сейчас Дмитриевич снова искал контакт. Реализуя также 70% бросков с игры. Хассе. Дальняя попытка. Точно. Первые очки игрока. Хассе при этом еще хочется немножечко справочной информации дать. И скажу обязательно после того, как отмечу вам круги первого этапа на домашней площадке Уникса. Также достаточно крупно проиграла. А пока Ройс Хэм в ответочку еще. А минутой ранее, может быть, эта точка станет нагретой. 2 минуты остается в третьей четверти. И Рейнольдс сверху сейчас бьет с двух рук. Здесь раз... Все баскетбольные боги велели. Бей сверху. 49-69. Канкел. Хорошо в зависании сейчас перекладывает мяч в кольцо. А всего в 8 встречах подряд одерживали они победы. Еще 3 очка залетает от Филиппе Хассе. Почти коснулся головой дужки кольца. Но вовремя уклонился от этой угрозы. И хорошая скидочка вниз. Хайлоу на Филиппе Хассе. И он же сейчас с мячом. Ищет адресата для передачи. Рейнольдс дальше. Эрик Грин один из-за дуги. Ну, конечно же, это будет точным броском. И он его только улучшает. Уже 19 набирает Эрик Грин. А Карвелл Андерсон сейчас в ответ 2 очка приносит чилийского форварда. Но игра больших, она такова. Слава Зайцев! Вот он прорывается под кольцо. Я даже растерял немножечко здесь буквы у себя. Почему-то внутри было ощущение, что будет данк. Ну ладно, Слава пока в режиме энергосбережения играет. 83-58. Андерсон из-за дуги забивает. Забирает подбор. У Хэма это будет уже 6-й подбор. Адам Канкел. Еще 2 очка легкие. А Велимир Пирасович берет тайм-аут. Кто знает, может быть, обновится эта информация. За информационную справочку вновь спасибо и благодарности нашему эксперту и комментатору Дмитрию Колинову. 85 набирает для своей команды. Андерсон. Как хорошо разыграли! И Ройс Хэм сверху завершает эту атаку в 4-й 10-минутке.
Рейнольдс через Хас и сейчас отправляет в ответ. Также два очка. Карвелло Андерсон. Вот, нашел для себя тяжелый бросок. И Маркус Найт горшочка накидывает. Счетчик отведенного времени на атаку засигнализировал. И Найт как хорошо этот свой отрезок проводит. Уникс очень-очень уверенно чувствует себя здесь, в Казахстане, против Астаны. Адам Канкел через Рейнольдса забивает. Остается владение у Астаны. Канкел против Рейнольдса. Он уже забивал в прошлой атаке. И сейчас обходит Жалина и из-под кольца реализует еще два очка. Ну а Астана уже по результативности лучше в этом матче. И Канкел еще два очка добавляет. И есть прозвище у Жени, хозяин Волги. И вот на Волге он продолжает выступление. А Рейнольдс отправляет дальний бросочек. Руслан на свежих ногах. Да, остается он в защите против македонского защитника. Шлагбаум ставил, но проходит его. Итак, Уникс повторяет рекорд результативности текущего регулярного чемпионата. 97-75. С таким счетом заканчивается матч.